Мусульмане села Софиевка Симферопольского района могут лишиться части территории кладбища. Рядом находится газорегуляторный пункт, в 100-метровую охранную зону которого входит участок кладбища. Без ведома местных мусульман здесь уже начали разбирать ограждения вокруг захоронений, что вызвало возмущение жителей. Біз бұл заборларын епсін жематтан ақчы жиып өзіміз епқан едік. Ол вақтылерді ұндан да сораған едік, ол айтқан едік, ойын границалардан қойын бір проблема ек. Просто біз ол вақыт документально епмағанымыз қатамыз шүште. По словам местных властей, компания «Черноморнефтегаз» и раньше предписывала перенести кладбище из охранной зоны, но предупреждения игнорировались. «Черноморнефтегаз» должен получить лицензию от Ростехнадзора на прокачку газа. По лицензии он не получает, потому что в охранной зоне находится кладбище. Но он может и перенести. В принципе, нет, да? Они не могут перенести, это ГРП высокого давления. Тут некуда переносить. Взамен власти обещают выделить под захоронение равноценный участок земли в другом месте. По их словам, о переносе уведомили Духовное управление мусульман Крыма, где в свою очередь утверждают, что окончательного согласия не давали. Негодование местных мусульман вызвало то, что решение было принято без согласования с ними. Бұнда деген 30 сотық ер жойынжақ қосақ, анда бір 4-5 сотық ер берілі. Ода олары берілежек яғы ері, қошылға ері, олар өздерің айтышы бойынша, әйвел өйерді мұсырын суал қабылға, чөплік төкілге бір чықырлық ер олған екен. Одан ағайры бір ерде ел кеше. Олары положениесі бойынша, мен адамлар таныштырдылар, оқып бақтым, ел олмамақ керек. Олар бір шейді есапқа албайлар. Только олары миінде мусульман проблемасы. Нас болса да мусульманларды ашық үшімлет етпек жолын қыдыралар. Берген ерлері кемік, пек жоқ кемік бар. Кеміклер бір вақытлері ската хранилище еді. Анда бүтін атқорларын анда кетіре еділер. Анда мында қазып бақажамыз, ішінен анда кеміклер, меміклер біршілер олса, значит, бұл ерден біз чеклейміз. После беседы местных жителей с главой сельского поселения работы решили приостановить. Для кладбища будет выделен другой участок, и после согласования с местными мусульманами он будет официально оформлен.